Еще больше возможностей, на что потратить областной семейный капитал, предлагают депутаты ЗАГС Собрания. Подробно о решениях народных избранников. Константин Клещин. Поправки вносят в профильный закон. Он называется «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ приняли 10 лет назад. Теперь изменят. Причем в нескольких местах. Новая формулировка звучит: на получение единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида. И второе, в целях обеспечения дистанционного обучения предусматривается направление расходования средств на приобретение компьютерного оборудования и периферийных устройств к компьютеру. Указанные изменения направлены на совершенствование механизма реализации средств областного семейного капитала. Это тот случай, когда с уверенностью можно сказать, что поправки в закон идут от самих избирателей. Это инициатива жителей с моего округа, многодетных родителей, мам, которые обратились ко мне, сказали, что вот не могут использовать материнский капитал именно областной на приобретение техники, потому что в период пандемии дистанционное образование. Теперь одобренные поправки вынесут на сессию законодательного собрания. С принятием их там вопросы едва ли возникнут. Семейный капитал в Новосибирской области существует с 2012 года. Его выдают при рождении третьего ребенка, так что это капитал многодетных. И его уже получили 38 тысяч семей. В этом году он составляет 112 400 рублей. Константин Клещин, Борис Гладких, новости ОТС.